Я действительно расскажу сегодня про новый отдел государственного Эрмитажа его название Эрмитаж Медиа. И это действительно очень большой шаг для Эрмитажа, потому что мы очень большой музей, как вы, наверное, все знаете. И очень большой музей это не только большие возможности, но и большие проблемы. Как вы все, наверное, знаете, чем больше. Чего-то происходит, тем больше проблем и, конечно, очень много ограничений. К примеру, мы являемся грантополучателем Гранта ВКонтакте с 2021 года, и мы до сих пор не смогли его реализовать, потому что наши э, финансовые и юридические службы не могут э, правильно, как сказать, осознать, что такое вот этот цифровой рубль и деньги, которые вроде как есть, а вроде как их нет. И они говорят, а давайте ВКонтакте нам реальные деньги переведет, тогда мы их примем. А ВКонтакте говорит, нет, деньги все таки цифровые. В общем, поэтому проблем, конечно, много, но зато они выливаются в какие-то реальные истории, и создание отдела Эрмитаж Медиа — одна из таких историй. Отдел вырос не просто так из ниоткуда, из-за пределов государственного Эрмитажа. Мы росли в Эрмитаже в рамках пресс-службы. Пресс-служба Государственного Эрмитажа — это первая пресс-служба вообще в российских музеях, которая была создана э, в 1993 году, когда об этом в российских музеях еще практически никто не говорил. И вот в рамках э, этого отдела постепенно начали появляться соцсети. Сразу отмечу, что соцсетями пресс-служба не занималась с самого начала. Изначально различные другие отделы э, курировали эту работу, но так вот постепенно, какими-то шажками вся эта работа стала переходить в наше видение и по сути то, что привело к созданию отдела Эрмитаж медиа. Мы очень гордимся тем, что мы единственный отдел Эрмитажа, у которого в названии есть слово Эрмитаж. Это просто... И причем это было предложение Михаила Борисовича Петровского. Мы были более скромными, мы предлагали назвать отдел новых медиа. Михаил сказал, какие новые мы? Эрмитаж медиа. Так что да, такой приятное признание, в общем-то, важности той работы, которую делает отдел и которую делают все коллеги, которые сегодня выступают на да, вот уход в какую-то такую цифровизацию и немножко в онлайн, но и не только. И действительно, проект у нас развился из проекта «Эрмитаж онлайн». Я про него расскажу чуть, -чуть позднее, подробнее, но вот с 2018 года он существует и в 2022 году он стал отделом «Эрмитаж медиа». Основные направления нашей работы, это не все направления, это только те, которые можно выделить наиболее крупные, про которые я очень коротко расскажу, чтобы все-таки все уже немножко, мне кажется, выдохнули. Мы создаем фотографии, но фотографии не экспонатов, да, это не там, цифровая коллекция, у нас занимаются другие отделы, это именно фотографии для соцсетей и репортажные фотографии. Мы создаем видео, контент, мы полностью курируем трансляции, работу в социальных сетях, занимаемся с проектом, чуть-чуть э, заходим э, в сферу сайта, но пока что это очень сложный вопрос в связи с тем, что им занимается очень большое количество отделов музея, и структурировать эту работу иногда очень сложно. И на самом деле многое другое, что выходит там не только в онлайне, но и в офлайне, и развивает музея, его доступность. Ну и теперь чуть-чуть подробнее пройдусь по этим направлениям. Первое направление, которое стало таким основополагающим отделом Эрмитаж медиа, это фотосопровождение. Эрмитаж наиболее открытый, мне кажется, с информационной точки зрения музей вообще в России, а то и в мире. И мы рассказываем людям обо всем, что происходит в музее. Это не только выставки, там, конференции, но там какие-то детские мероприятия, там, не знаю, новые виды билетов, там, новые виды сайтов. Мы рассказываем обо всем, что происходит в музее. И мы не просто это рассказываем, но и показываем. Поэтому у нас есть репортажные фотографы, которые фотографируют на всех мероприятиях. Это и молодежный центр, и школьный центр. Но у нас очень большое количество отделов, не буду их всех перечислять. И вот здесь это количество снимков и событий, которые два фотографа, у нас, кстати, два фотографа-репортажника, э, сфотографировали за время э, с января по мае 2023 года. Это, на самом деле очень большой объем. И помимо фотографий событий, они также выполняют фотографии для э, каких-то специальных нужд социальных сетей. Я восхищаюсь историческим музеем, который столько времени, я знаю, сил тратит на создание контента только для музейного магазина, помимо Огромного количества всего остального контента, который они создают. Вот тут как бы мы, даже, мы даже не все такое себе можем позволить. У нас магазин на подряде, и это не мы. Мы тоже, может быть, когда-нибудь вступим на эту узыбкую почву, но пока что все-таки это остается, соответственно, наших партнеров, и они курируют и магазин, и его онлайн-присутствие. Второе большое направление — это видеосъемка. Также я буду рассказывать про последние проекты, чтобы понимать. За пять месяцев мы создали 65 видеоматериалов. Не все это видео, которые куда-то публикуются. И дальше вот мы пройдем, чтобы объяснить. Например, у нас есть видеообращение генерального директора государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского. Это вот, например... Сегодня нам повезло, и директор графического музее перед нами выступил. А Михаил Борисович не всегда может выступать в связи с тем, что у него очень насыщенный график, и многие коллеги обращаются к нам с запросами и с просьбами записать видеообращение Михаила Борисовича для открытия лекций, для поздравления музеев с круглыми датами. Вот, в общем-то, это все обеспечиваем, Будем, мы записываем, отправляем, рассылаем, обрабатываем все такие запросы. И бывает, Михаил Борисович, не знаю, неделю в командировках, потом приезжает, и мы там, по пять видео с ним записываем, рассылаем по всей стране. В общем-то, это очень большая работа. Но это те видеообращения, которые не публикуются в доступ для публики. Для публики есть другие видео. Расскажу немножко о тех видео, которые мы готовим в разных форматах. Понятное дело, что есть какие-то вещи, которые занимают меньше времени, например, создание клипа. А есть э, видеопроекты, которые занимают очень много времени. И вот один из таких проектов, который мы ведем в, в, этом году и будем вести до конца этого года, это фильм «Воспоминания», посвященный Владимиру Юрьевичу Матвееву. Владимир Юрьевич был заместителем генерального директора по выставкам и развитию э, и стоял у истоков пресс-службы и многих других направлений в музее. И на самом деле многие музейщики в России и в мире его знают, любят и помнят. И мы захотели Эту любовь и эти воспоминания э, транслировать в мир, чтобы все узнали, какие бывают музейщики. То есть Владимир Юрьевич это музейщик с большой буквы. Э, мы даже назвали э, фильмы этой серии цикл Атланта держит небо. И планируем его продолжать, рассказывая о невероятных сотрудниках музея, которых в Эрмитаже огромное количество. Э, другой вид. Э, контента, который производится, это, конечно же, видеоэкскурсии. Достаточно стандартная э, тема, наверное, для всех музеев. Делаем экскурсии по выставкам, делаем экскурсии тематические. Вот, например, эта экскурсия по Эрмитажу для всей семьи. Такое наше маленькое достижение, потому что она очень хорошо просматривается даже без поддержки ВКонтакте, потому что очень красиво получилось. Там на школьный центр рассказывает, там заведующий школьным центром, у него такой голос, он прям с детьми общается. И это так красиво, что эта экскурсия просто висит в видеозаписях, но при этом ее просмотры растут постоянно, э, и это очень круто. Но там помимо еще того, что очень классный рассказ, очень хорошая съемка, в том числе с использованием квадрокоптера, вот вы видите фотографию на экране, э, на обложке видео, это как раз съемка иорданской лестницы с высоты. И, конечно, детям тоже хочется заклинуть туда, куда не пускают их взрослые, и они такие, о, можно сверху посмотреть расскажу о oh, тематические ролики. Uh, тематические ролики — это небольшие ролики, которые готовят отдел, посвященные чаще всего выставкам, и мы всегда стараемся про выставки рассказывать по-разному. Нам не хочется делать одинаково про все, и мы иногда стараемся найти какие-то специальные подходы, да? например, про выставку Дюрера, про выставку Рафаэля. Мы снимали диалоги о Рафаэле, и там научные сотрудники друг с другом разговаривали, дискутировали. А про выставку вот Сергея Щукина мы рассказывали через комнаты. Выставка в Эрмитаже была повторением особняка Щукина в Москве, и мы в общем-то, через эту тематику шли. Сейчас у нас в работе будут э, такие же короткие тематические ролики, которые э, посвящены будут выставке Отма и Алексей, дети последнего российского императора. Э, очень сложная тема, потому что она такая эмоционально нагруженная. Мы пойдем по, по, соответственно, по самим детям от самого там, старшего к самому младшему, будем рассказывать через их мемориальные вещи. В общем-то, как-то следите за нами в социальных сетях. А, следующий вид роликов — это, наверное, вот клипы. Да, <laughs> клипы ВКонтакте. Про них сегодня очень много говорили. Я тоже, конечно, не, э, не могу пропустить эту важную часть нашей работы, потому что мы не очень много снимаем клипов. Как вы видите по количеству, это такая дополнительная часть. Но мы очень их любим, потому что здесь можно быть чуть-чуть свободней. Если в видео Эрмитаж, музей, хоть и современный, но достаточно классических, и в остальных видеороликах мы стараемся как-то на грани быть классического музея и не всегда позволяем себе как-то пошутить или пойти в тренды, то в клипах мы себе это иногда позволяем. И вот здесь вот эти видеоролики, которые лично мне очень нравятся и они очень понравились публике, это по предложению коллег из ВКонтакте мы приняли участие в их спецтематике к Ночи музеев что можно сделать в музее, кроме того, что смотреть на экспонаты. И вот на одном видеоролике... Вот видите, не хватает кардионагрузки, бегом в Эрмитаж. Это вот этот прекрасный ролик, его на самом деле просмотрели 120 тысяч человек, только когда я делала этот принтскрин. А, эрмитаж в музее большой, знаете, если вот, вот чтобы пройти весь Эрмитаж, остановиться там у каждого экспоната нужно много лет. А, а у нас сотрудник, сотрудница моего отдела, она с часами пошла по музею, закрыла кольцо буквально через пару залов. И в общем-то мы это показали в клипе и людям прям очень, как, как там сказала, зашло, <залет> залетело, <залет> людям залетело, сотрудникам залетело. Я Им сказала: "Господи, приготовьте, пожалуйста, хотя бы один клип", Но потому что всем было некогда. Музей... Катя, что такое закрыть кольцо. Многие не очень понимают. Электронные часы, которые сейчас достаточно много у кого встречаются, э, трекеры так, так называемые, они считывают ваше движение. Э, и, соответственно, когда вы проходите, там, не знаю, 30 минут активности, э, там, по-моему, 10 тысяч, 5 тысяч шагов, ну, всех по-разному, еще что-то, колечки, в прямом смысле колечки закрываются. Поэтому, да, закрыть кольца — это <laughs> очень много ходить. Михаил Борисович, кстати, у нас он очень технически образованный человек, он периодически любит включить какую-нибудь тренировку, когда идет по музею, дойти до открытия выставки и сказать так. Ну, в общем, я прошел 3000 шагов <laughs> за 15 минут, чтобы перерезать здесь ленточку. Поэтому, да, приходите в Эрмитаж за кардионагрузками, а не только знакомство с прекрасными <laughs> экспонатами. Да, чуть-чуть поясню: там было много по, по поводу какой-то технической информации, потому что мне хотелось рассказать не только, что мы получаем на выходе, но и то, как бы, сколько занимает времени, подготовка в среднем какого-то того или иного контента. В общем-то, если есть вопросы, я потом поясню эту часть публикаций. И расскажу подробнее, как бы ну, на самом деле просто очень много времени тратится на любой контент. Все тут присутствующие это понимают. Зря, я, видимо, вернулась к клипам. Но будем опять смотреть про нагрузки. Так, ну и теперь про Эрмитаж онлайн. Эрмитаж онлайн такой флагманский проект нашего отдела, потому что действительно появление Эрмитаж медиа напрямую зависело от того, как развивался этот проект. Он для нас очень важный, потому что он как раз позволяет нам не только выстраивать вот эту доступность музея, про которую мы уже сегодня говорили, но и открывать его миру, и открывать, и показывать, что музей открыт, и он готов общаться. Потому что мы принципиально делаем именно прямые трансляции для того, чтобы люди комментировали в прямом эфире, и получался какой-то такой, хоть какой-никакой диалог. Мы, конечно, не делаем это через веки и звонки, чтобы мы людей видели, но в текстовой формате мы всегда стараемся, мы всегда вычитываем комментарии, всегда смотрим, и э, каждую неделю минимум один раз, каждый понедельник в час дня. Э, Эрмитаж выпускают онлайн-экскурсию, Эрмитаж онлайн. Это обязательно в нашем расписании. И люди знают, что именно в это время она будет. Если вдруг у нас какие-то технические проблемы, люди пишут так, где в трансляции, что происходит, сегодня же понедельник, все мы ничего не перепутали. Э, что нам очень что нас очень радует, ну и, конечно, что они остаются в записи, э, очень помогает людям, которые конкретно в это время не могут смотреть онлайн, а они смотрят э, в любое время. Ну, тоже, наверное, уже в 2023 году бесполезно говорить, подключайтесь к онлайн-трансляциям. Наверное, там уже просто все были, и многие уже вышли оттуда. Мы решили все-таки остаться, потому что запрос у публики есть большой, но у нас есть очень несколько интересных примеров. Например, у нас как-то онлайн-экскурсия совпала с Викифестом, когда он был онлайн. И так, так как люди онлайн-трансляции смотрят не только с вашей страницы, но и через видеовитрину. Человек, видимо, случайно переключил видео, э, концерт какого-нибудь очень модного молодежного исполнителя на Викей Фест попал на нашу онлайн-экскурсию. И комментарии были просто: вот, знаете, вот, может, в учебнике: э, Так что я здесь делаю? Ой, это интересно. <laughs> в общем, люди реально остаются. У нас в клипах тоже такие были комментарии. У нас был клип, который мы из видеообращения Михаил Борисовича вырезали его голос и наложили на рассказ об одном и нашем. На об одном из наших проектов. И комментарий был, какой красивый голос у диктора, кто это? <laughs> у нас было, конечно, написано, что рассказывает Михаил Борисович Петровский, но не все читают то, что написано. Но, в общем-то, это тоже было очень приятно. Приходят люди, которые не являются нашим, нашей публикой, и которые э -э, попадают к нам, и многие из них остаются. С 2018 года мы выпустили больше 350 трансляций. Если честно, мне кажется, что их даже больше уже. Мы перестали в какой-то момент считать. Первые выпуски мы действительно номеровали. Был выпуск номер один, номер два, номер 24, а потом уже просто онлайн-экскурсии из Эрмитажа. В этом году уже свыше 24 трансляций. Здесь добавлены просмотры только на YouTube, а на следующем слайде будут просмотры, которые во всех наших социальных сетях. Мы сейчас транслируем в ВКонтакте, в Одноклассники. Мы транслируем в YouTube. До весны этого года мы еще транслировали в Яндекс.Дзен, но, к сожалению, сейчас они отключили возможность прямых трансляций, хотя сейчас там их тоже просматривали. Но мы их туда-сюда подгружаем, потому что людям очень нравились наши онлайн-экскурсии. Мы, соответственно, после того, как они завершаются, про их туда добавляем. Вот те самые протокольные съемки, которых на самом деле приходит очень много. И в основном это, конечно же, Михаил Борисович. Те социальные сети, в которых мы присутствуем в настоящий момент, к примеру, в Яндекс.Дзен, это последний значок, мы пришли только в прошлом году, но за год мы выросли там до 85 тысяч, что для нас было открытием. Мы, в общем-то, очень рады там работать, очень интересная платформа, но, конечно, много других платформ, на которых мы присутствуем. В общем, там же, где присутствуют, наверное, и все, сотрудники присутствующих музеев. <laughs> да, э, телеграмма, очень, очень сложная социальная сеть, но, в общем-то, в ней тоже все присутствуют, особенно с прошлого года. Но мы Телеграм начали вести в 2017 году, в общем-то, и продолжаем э, до сих пор. Тоже очень быстро пробегусь по некоторым рубрикам, которые мы вели только в этом году. Э, объясню, почему э, вели мы их только в этом году. Потому что ранее работа с социальными сетями была обязанность сотрудников пресс-службы. В первую очередь, сотрудники пресс-службы должны были работать со средствами массовой информации, а во вторую очередь с со социальными сетями. У нас не всегда, не всегда хватало ресурсов, производить какой-то уникальный контент, и созданием нового отдела это стало возможно. Мы сейчас производим уникальный контент для социальных сетей, в том числе для разных социальных сетей. То, о чем все мечтают, что там в, каждой, в каждой социальной сети, чтобы был свой контент в соответствии там, с ее возможностями и умениями, но это не всегда доступны сотрудникам, потому что нужно везде всем все рассказать, и ты очень быстренько рассказываешь. «Вермитажное эм, мгновение, еженедельная рубрика, мы публикуем ее в среду, и, соответственно, показываем какие-то интересные э, такие мгновения, которые ловят наши фотографы. Начать мы, конечно же, решили с котов. Сложно не начать с котов, когда ты работаешь в «Вермитаже», <ф> потому что они стали таким же, мне кажется, уже мемом, как многие другие наши экспонаты. Рубрика «Образ эпохи» очень красивая, очень популярная рубрика, потому что не только наши подписчики являются женщинами в основном, но и сотрудники, как вы видите, среди выступающих в основном работают женщины. Поэтому у нас очень женские рубрики, которые пользуются очень женским откликом. И она, мы их развиваем. Муза Эрмитажа тоже такая, очень женский взгляд на предметы в музее, Эрмитаж в деталях, показать музей с той точки зрения, с которой, может быть, людям неизвестно. Мы проводим там всякие викторины, опросы в социальных сетях, посвященных разным музеям. Вот это вот одна из наших любимых новых рубрик. Мы, кстати, думаем перенести ее в клипы, потому что сейчас мы ее выпускаем в историях, в, в «Историях ВКонтакте» и в «Моментах в Одноклассниках». Но их очень хорошо смотрят, и они получились такими красивыми, что нам хочется, чтобы этот контент был доступен очень большему количеству людей. Мы берем поэтов-юбиляров, только юбиляров, или только у, у кого круглая дата, и под их стихи гуляем по Эрмитажу. То есть очень красивые такие съемки, э поэтические прогулки и поэтические истории. Поэтому и называется «История», что мы создавали это уникально для истории. Ну и, конечно, сотрудники двух отделов, это Эрмитаж медиа и информационных проектов, это прислужба, очень активно и много работают с публикой в социальных сетях, что для нас очень важно. Мы не только удаляем неподобающий контент, которого очень много в социальных сетях, но и стараемся отвечать и работать со всеми комментариями, следить за ветками в обязательном порядке. У нас есть дежурные. Дежурный, который сидит, следит за соцсетями в течение всего дня, отвечает на вопросы, удаляет спам, удаляет нецензурную лексику, которой много даже в наших социальных сетях, несмотря на все э, фильтры, люди все равно умудряются что-нибудь рассказать. И это очень большая работа. Это вот эм, около, соответственно, 200 диалогов. Это именно диалоги, да, то есть. Не одно сообщение, а больше. Это за небольшой э, срок, э, и мы их всех от, отрабатываем обязательно, потому что стараемся быть открытыми к нашим э, пользователям и по максимуму про них говорить. Ну и закончить э, свое выступление я бы хотела... Э, мы рассказываем о том, что у нас есть не только социальные сети, как многие другие хотели, у нас есть очень много чего другого. У нас также есть, конечно же, сайт, который очень активно развивается, очень активно наполняется. Это такой полноценный медиапортал, который тоже очень сильно посещаемый. Все время изучаем его статистику, смотрим. Но самое интересное, Алена, это просто наше завершение для тебя. Яндекс поисковик удивительным образом, без какого-то нашего оперативного вмешательства, вдруг в поисковике, вы знаете, там есть карточка, карточка организации, заменил сайт Государственного Эрмитажа на ссылку на группу ВКонтакте. Так вот это официальный сайт, а все, что вы там, ВВВ, Эрмитаж, музеум, это нет. В общем, к вопросу, что социальные сети, конечно, очень сильно перевешивают сейчас какое-то внимание, но сайт все равно остается достаточно э, посещаемым и очень э, активно посещаемым людьми, потому что туда все равно люди приходят. Если люди хотят прийти в Эрмитаж, они сначала зайдут, скорее всего, на сайт, посмотреть там часы работы, э, билеты, а потом, чтобы вдохновиться и подготовиться к визиту, уже пойдут наши социальные сети, где их ждем мы, сотрудники моего отдела, которые готовят для них много всего интересного. А здесь страница на мой Телеграм, это не канал, это личная страничка. Если у вас есть какие-то вопросы. Которую вы постесняетесь задать сегодня в неформальную часть. Вы можете мне всегда писать и стараюсь отвечать всем, кто мне пишет, так же, в общем-то, как и мы в социальных сетях. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина.